Поснимаю, потому что сейчас вода затопит, все эту страну не будет видно. Тут столько всего. Спасибо, мэр. Столько всего. Вот. Здравствуйте. Что, ловится? Ловится рыба. Я понял, что ловится. А хоть что ловится вообще? Все, что ловится. Ну вон, смотрите, он отлично поймал. Да еще и нормально. Да. Просто повезло, я первый раз. А, это хорош. А первый раз она всегда везет. Да, в дилетант там всегда везет. Нафиг. Я помню первый раз, это вообще удочку забросил, рыбка маленькая клюнула. А, уже это... не засадили. Было, говорит, слушай, дашь порулить? Он, да не вопрос. Отстегивает баржу, блядь, разворачивает, музыку скрутили, чамба-ямба, блядь, и поплыли, идут туда, до Орлинки. Это этот, толкач, да, это буксир. С Орлинки разворачивается, блядь, уже пилорама рулит, а я Жене говорю, глянь, это пиздец будет. Тут дум, блядь, утром воды нету, да. Ну, и покатались. Да. Тогда, когда ферма, это давно было, это 20 лет назад больше. Когда они ёбнулись с камнем туда. С камнем масса большая. Да, и там пьяные рулят. Да, грузились богдановки камня, мы пьяные попёрли. Давай, надо подзадорить. Что-то она молчит. Подзадорить, да. Да, и на речке. С Ростова приезжала, грейфер черпал, как черпали камень, баржи стояли. Ты понимаешь, в жизни столько бывает нюансов. Я никогда не забуду, у нас был Тычина Николай Павлович, вулканизаторщиком и медником. Жил на Богданово, на Бородином. И тут оно лето. А как аванс дадут или получку, он в ступоре 3-4 дня. А тут такое место как раз. Надо вулканизировать, работает до хера. И вот он приходит через 4 дня запоя. Завар. Ага. Александр, а ну позови Тычину. Я говорю, Николай Павлович, иди за варцами. Да где ж ты был? А у него морда как у сагака, худой. Ну я же вам говорю, и в нос, а как молоток говорю. Я же вам говорю, блядь. Жинка падла, пошла в погреб. Полезла лядой, как ёмнула по голове. Перелом головы, бедра, блядь. Сука, сын серит под себя. Пока на комбинат, пока её загипсовали 3 дня. Горшки выносил. Загар, ну это ж горе. Ну ладно, Николай Павлович, иди работай. Только он выходит, вот такая пигалица, жена. Блядь, вы хозяин или командир, что ж с ним козлом делать? Жену, этот, детей гоняет. Я не сплю, 3 суток подлопил. Подождите минуточку, я не пойму, кто бил. Да ваш этот Строполь, мой муж. Заваржи вкурил. Ладно, постойте здесь. А ну, зови Николая Павловича. Я говорю, Николай Павлович, иди за варжи. Вот он, ты прикинь, блядь. Подходит. Так где ж ты был, Николай Павлович? Я ж вам говорю, жинка падла, пошла в погреб, лядой по голове как вдарила, ногу сломала, бедро сломала, стыд серит под себя, он ей машет, выходите. Она выходит во двор. А это кто идет, Николай Павлович? А он же гонит, потом раз. Я вам что говорю? Вот, блядь, и живучие, уже выписали. Вот же, блядь, и живучие, уже выписали, блядь. Все равно она ногу сломала, все равно это было. Под себя ходит. Ага. Так потом она начала бегать. Вы хозяин или кто? Да накажите ж вы гада, что ж он пьет, семью гоняет. Он ему на к Новому году премию 100%. Она прибегает с колом. Слышь ты, шакал, ты кто здесь такой? Ты почему из семьи премию лечил? Он говорит, Николай Павлович, ты, наверное, давай рассчитывайся. Иди отсюда лучше со своей семьей. Вы меня достали, говорит, я уже не сплю по ночам. Вы знаете, мужик у меня третий день в ванной сидит, удочки, блядь, пораскидывал нас, и глаза вылупил на поплавке. Не работает, не пьет, сидит, глаза вылупил. Ну, это, блядь, нервное потрясение какое-то. Ну, вы ж там уговорами так-сяк наш работать, деток кормить. Да так-то на так, говорит, да рыбки-то свеженькой хочется. Ну, да. Едут домой. Раз, один же прилег, лежит, а второй в окно смотрит грустно. Кум, ты шо? Да шо, говорит?
Це ж когда я помру, напишите мне на могилы. Практически родился мертвым. Чтоб кроме шахты ни хера ничего не видел. Да, такое дело. Заезжают в Москву. Это Калина. Это Калина? Заезжают в Москву в ресторан. Садятся. А там же соль, перец, горчица. Ну как, я смотрел. Ну я тебе говорю, что... Да я смотрел. Это у меня руки уже озябли от работы. Но не вымыла. Ну да, я ее застолбил так, чтоб она... 20 лет можно было уже и пяту крыльцу поймать за это время. Раз Руцемлянску привез. 12 я поймал, купил это не... На рынке. Специально не садился на меня. На Ростелеком. На Вадика. В этом сезоне? Да. Так и то это было две недели назад. Он уже домой идет. И своего танцевого. Да нет, Саш, еще его время. Я понимаю. Жень, что-то не... Просто его нет. Жень, ты вот эту... Ну вот он скакал. Две недели назад, когда потеплело, помнишь? Вот он скакал. И то Вабика догонял даже эту тряпку. Странно, ни разу не попадался. Шамайка попадала. Ну, шамайка на удочку попадалась.